Это всем привет. Итак, у нас 38 подписчиков, молодцы, кто подписался? Ничего, если кто-то подписался, у меня 36 или 37, ничего. Сегодня мы будем играть в Roblox, только паркуры. Такой, пожалуйста, без слов. Какие? Знаете, почему у меня маленький экран, когда это... Да там система какая-то сломалась и все. Потом починим, и поэтому можете ставить лайки. О, Матвей играет Doors. Давайте Doors вместо паркуров. Так, сейчас перезайти. Вот так можно сделать. Опа. Просто там много что добавило. Ну, то есть это как-то... Не очищала вчера, просто все залепила, и все, я подумала, ну нормально, и так сойдет, вот так. Короче, Матвей, думаю, меня узнает. Потому что мы... он долго не заходил в Дорс, я уж перепугалась, почему. Поэтому хочу поиграть в Дорс. Давай. Короче, нет, ничего не будем писать, просто все. Я, короче, не знаю, что делать, потому что... Типа, а что? Так, почему? Короче, здесь могут есть. Я думал, он играет во что-то, но нет. Ну, в Дорс, да, говорю, что... О! Я думал, нет, он Матвея, да. Все, поехали. Короче, ребята, помните, я хочу пройти Сика. Мы будем опять с ошибками или нет? Потому что мы так хотели, а так не знали. Вот, поэтому сейчас будем играть. Так. О, Кури, привет, маленький. Короче, здесь не прогружены в Дорсе. Ну ладно. Ну, короче, не прогружены в Дорсе. Все открыли, включили. Не прогружены вообще. Короче, я знаю, где эта монета секретная. Не, не секретная, нормальная, обычная. Хочу... Вот мне попадается вот не монет никакой. Кроме, помните, я искала, где уже ближе к Сику. Мне там... Ну, сейчас должна быть какая-то... Успокойся, шустро. Так, вон. А, вон. Чуть-чуть. Мне так разбитый экран. Так. Алло. Сны. Все уже ушли. Короче, нам нужно какой-то хоть знак. А где? Блин. Блин, мы не все открыли. А, лузеры какие. Двойной. Вот. Фон. В шкафчике должен быть секрет. Ну, а как он дальше? Сейчас.
чем карандаш. Короче, мне нужно найти. Сейчас покажу. Вот если пустой, значит где-то есть монетка. Ух. Вот еще одни заходили в комнату. Есть! 5 монет набрала. Вот уже ближе. Да я, короче, угадала. Ну, может, не за это, конечно, но постараться можно бы. Еще плюс 15 монет. Мы там нашли ключики. Я никакие не нашла. То есть ключ. Короче, самая сложная попытка это типа собрать ключ и все. У нас уже 9-й день дверь, короче. Нашли что ли? Смотрите, где синий горит, там и будет. Подсказка, это где-то близко. Ага. Сложно, что еще? Ну что, что я? Ну, я уже нашла. Кого-то убили, что ли? Не бойтесь, что же. Скрич, зачем ты меня пугаешь? Так, идите туда, я туда не пойду. Фури, спаси меня. Спаси, спаси, говорю. У тебя щелик. Это у него ноги, как у масюсенького малыша. Курим, давай дружить. Милые глазки. Мне вот этот скин понравился. Но я зато не люблю. Гурлы. Чего за них? Чё? Да блин, Скрич, хватит сыкать ко мне в ухо. Я тебе стараюсь, я тебе дарю подарок, а ты меня... О, взяли, все. Удалился чел, что ли? Нет, нет. Без уха есть туда или туда? Пацаны, я не буду. Нарушаем правила его. Давай. Угадал? Шо? Потому что мне кажется, что если... Ой, извините, что красиво. Вот это я понимаю. Ничего не видно. Сань, стой, ты не туда идешь. Сюда. Ну, тут чё? А? О, где? Ох. А? Ты серьёзно? Короче,
Если он не хочет, не ходи. Угу, он нам далеко. Да. Короче, как-то закрыла, или я как-то другой закрыл. А то по-честному, когда у нас три игрока. О, ну все. Молоко. Никуда. Ребята, они что-то уже по кожице идут. Короче. Нет, ну ничего интересного, туда идти правильно. Лузер, надо было спрятаться. Покойся сейчас. Нет, ребята, короче, прошла Сика. Теперь фигура самая сложная. Не выдыхай. А что теперь делать? Я фигуру боюсь. Ребята, кто бы... 41-й, ты серьезно, пацан? Блин! Какая дверь самая ужасная, плиз. Только не фигура. Плиз. Фигура 0 мне не нравится. Не, я боюсь. Да. О, да. То же самое. Вот сейчас будет. Я просто в шоке. Вот я в шоке, что я прошла Сик, потому что я никогда не проходила.
страшно. Дядя, может, не надо сосиска велосипедная? Не, я не хочу, я ребята, вот такой дорс случился, короче, я поняла, о чем речь. Слава богу, что я прошла Сика, и вот все. Короче, я поняла, в чем суть. Это вот мы выиграть сейчас дорс, ну я там была. Честно говоря, вот я просто в шоке, что я прошла Сика. Вы, наверное, поставьте хоть какой-то лайк, и фигуру я как-то обойдусь. Вот в следующей серии будем мы уже фигуры играть, может, даже сегодня. А пока давайте паркуры. Круто было сейчас вообще. А Сика вообще бомба. И сердечко, смотрите. Ну и ЛГБТ. Вредитель слов. Это палочка эта, которую я стою, потому что вот, я не могу напрыгнуть до нее, серьезно. О, слава богу, что кончается время. Да, давай, плиз, я плачу. Если хочешь, заплачу. Плиз, я плачу. Если хочешь, захочу. Забыла, как там слово. Ну, это музыка. Палочка, которую надо... Меня... Пока, все, ухожу отсюда. Есть другой уровень, более нормальный. Эффект, я не хочу.
Так, я буду туда. Да. Опа. Сейчас будет чуть-чуть падение. И все нормально. Не пон. Мне хочется сейчас еще дорс. Давайте после паркура дорс. Может быть. Потому что я хочу пройти эту фигуру, а потом кто будет, я забыла. Вот ладно еще сиг пройти. Ты, до свидания, вы такие плохие. Ну, имеется там, а не вы, подписчики, вы мои любимые. А как, подписчики, пожалуйста, хочу с вами сходку сделать, пожалуйста. Короче, давайте напишем, у кого есть телеграм. Я, короче, могу сделать свой телеграм, но это будет не очень легко, поэтому, ну, не знаю, как сделать. Поэтому, я бы хотела, и поэтому сделаю потом. Ну, не только я телеграм, не знаю, когда увидеться можно. Следующую субботу, вот. У нас каникулы заканчиваются, еще 2 дня осталось, потому что понедельник у нас запасной. Кокорелец какой-то говорит на языке. Штука. Я в другой. Ой. Все, после паркура будем делать. Будем делать дорс, то есть будем играть дорс, блин. Золотая тыковка. Время не кончается, здесь очень прикольно сейчас будет. Лифтик. Точно. Все, я хочу. Я теперь так делаю, если за 3 попытки это не хватит. О, защита! Повезло. Блин, ну а что сказать? Повезло. Я подумал, сейчас будет быстренько. Вот этот краш меня напугал, конечно, вот в дорсе, вот знаете, как он меня пугает? Мне даже потом, мама уже в школу, такая, понятно, а? Да блин, меня режут током, спасите. Я, конечно, индюк, но извините за слово индюка. Индюка я. А есть другой путь. Понятно. Все с вами понятно. А что, блин, ты с собой будешь делать? Может, сразу на его надо фигню? Понятно, ясно. Че я допрыгнула, мой дорогой мальчик? Понятно, а дальше... Там защита есть, ну блин, там защита, понимаешь? Там, короче, была защита. И сейчас защита. Сейчас падаю. Понятно, все, мы в другой. Ясно, мы на раз пишем полюцию. Если что, это шутка. Вы не делайте острые бум-бум. Острые это типа перец обналожить в это и потом так со всей скорости надо. Кто это сделал? Так. Не хочу упасть. Квас. Почему здесь лазер? Ладно. Ну я теперь молчу, куда я ухожу.
Сейчас буду это делать, это... Сейчас. Я буду сейчас вертушку делать. Это типа, вот эти палочки, смотрите. Потом прыгаешь на них, и потом... Знаете, что я там подурил? Вот, уже с конца без края. Поднимаюсь на самый... Вот, видите, уже падаю. Вот вертушка называется. Ну, нет, это не вертушка, а падение, думаю. Вертушка уже была. Ладно, я вторую попытку сделаю. Короче, Том Дор снова. Я сыграю, конечно, для вас. Хочу фигуру пройду. Потом буду заканчивать играть, я вот это потом в следующем видео все пройду. Все так. Извольняется, потому что... Мы на, короче, есть такая самка. С руками человека. До этого у нас денежки 500 рублей. Я понимаю. Экшн! Итак, ребята, короче, идем в лифт. Ну честно, простите. Я плачу, я заплачу вам в 1000, даже больше долларов дам. Или рублей. Нет, я не поеду пока. Я плачу, если хочешь, лучше. Ша. Короче, понятно все с тобой, Дорс. Плиз, я плачу, если хочешь. Короче, я знаю. Давай. Короче, я все произошла, я все закрыла. Закрыла перед вашими глазами. Короче, что здесь такое творится? Мне нужен, пожалуйста, Агугус Первый. Пустите меня, дорогой мальчик. Ну не пускайте сзади, копытца, понятно? Здесь такая красивая, скобочка. Вот такой платьица с крылышками внизу. Такие ножки толстые, как сардельки, и лицо. А я показываю тебе юбочку. И большую надрезом перед попой. Так на тело странно. Очень странно. Я, конечно, люблю, но... Тихо.
я плачу. Если хочешь, я плачу. А ну, он уехал. Короче, вот саблизовывать... Чё? Дай привидение, тоже хочу. Дай привидение. Плиз, плиз, я плачу. Если не хочешь, я плачу. Физично, равно буду. О! Нормоз. Эпизод 32. Плиз, плиз, я плачу. Еще одни девки. Не знаю, куда идти. Ну что, сегодня мы показали, что такое ням-нямка. Я сейчас этот скрич, короче, напугаю. Короче, его позвала гости. Сик. Ой, скрич. Какой нафиг сик? Скрич, я тебя не звал на гост. Хотя это ваш дом. Ты надо мной издеваешься, что ли, а? Ну сколько можно издеваться? Моей головой вот этот маленький крокозябрик. Как с ног. Короче, мне показалось, что я конец. А где этот? О, девка. Я плачу, если хочешь, стелить, я могу угол. Плиз, я плачу, если хочу. Блюдок. И шкафчик. Плиз, я плачу. Плиз, я плачу, плиз, я плачу, если хочешь, заплачу. Так. О! Там пожар. Не будем играть час, это мы закончим потом на следующем видео. А пока будем играть другую игру под названием вот это какая. О, не, не какая, это хорошая игра. Плиз, плиз, я плачу, если хочешь заплачу. Ну все, давайте играть. Короче, я поняла, что такое знак Б, Л, П,
Это, короче, самые лучшие подружки ЛП. То есть не знак, а дружба ЛП. Это, да. Самые лучшие подружки. Я знаю, это давно уже. Я просто... Кто не знает, просто может кто-то 4 годика смотрит. Кроля! Ой, собака дорожная, я чуть не упала. Ой, как это весело. Его слова отличались буквально одной буквой. Они друг друга поняли, договорились. Так, короче. А что это? Хопа. Великий ученый, Тесла, великий ученый, все путается, короче, ребята, я уже прошла какой-то уровень, несколько даже, два или даже, может, где только начало. А, стоп, это который мы играли, ах ты ж, а может и нет. Я уже забыла. Короче, давайте это... Пока я это играю, хотя бы подписываться на мой канал уже, а? Хотя бы вот... Вот уже... Вот 43 подписчика уже должно быть. О! Тут небо, по-моему. Кстати, какой-то сработал. А, нет, это вообще другой. Великий ученый. Ну, вот это очень устал. Ага, какой-то сработал. Другая. Короче, там на самом деле не ред огонь. Ну, типа, не красный огонь, а рыжий. Рыжий мы не могли, потому что это неправильно, это типа другое слово означает. Посмотрите, там папа есть какая-то там многогонная, это правда. Поэтому, если что, я рыжий огонь, это кот-воитель, как это ирисовая. Звезда, помните, я подписана на нее, помните ее, кто ее помнит?
Вот, а я вот рыжий огонь, потому что я мальчик, потому что покрасила цвет рыжего огня. Там знак подробится на щеке. Ну, помните, который я вот купила, вот, помните, я снимаю, не со старой. Все, ну, шоколадки. Плиз, плиз, я плачу, если хочешь, плачу. Плиз, плиз, я плачу, если хочешь, плачу. Великий ученый Николай Тесла очень устал и упал в кресло. Ну, как-то так. О! Котиха, котиха. Ниу. Плиз, плиз, плачу, я скотч, скотч. О, шарики, плиз, плиз, я плачу, плиз. А? Чё ты не упалишь? На, тупой снег. А, это управление тупое, тупое. Да блин, не, я больше не хочу играть, это нам не хочу. Ребята, вот и все на этом видео, потому что я уже устал снимать, я уже 40 снимаю, если что. Короче, если вам понравилось видео, поставьте лайк на этот, потому что прошло синенькое ради вас. Короче, я поняла, какую, с какого стороны. Я поняла, все, всем пока-пока.